Ну и сегодня, по традиции, дуэт комментаторов, как и на всех матчах чемпионата мира, Юрий Демчук и Надежда Муравьева. Надежда, привет. Привет, Юр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну и действительно, вводные от Юрия Демчука говорят нам о том, что сегодня вряд ли будет большое количество забитых мячей, потому что сборная Дании по чемпионату, конечно, прошлась с лучшим показателем в статистике пропущенных мячей. Меньше всех она пропустила за эти 6 матчей. Нам еще предстоит несколько в их исполнении посмотреть. Но и в этом показателе они даже обогнали сборную Франции, которая совсем недавно играла со сборной России, одержала победу уверенную как раз-таки за счет оборонительных действий. Все отмечают работу сборной Франции в этом компоненте, ну а Дания их в нем превзошла. Да, сборная Дании в белой форме, сборная Дании в атаке. И пошла первая комбинация, первый бросок по воротам сборной Бразилии. И доходит мяч до вратаря, но здесь назначается 7-метровый бросок. Анне Хансен, да, здесь шла в такую прорезку между вторым и первым защитником, но ее остановили не по правилам. Аренхард, причем даже сама удивилась, что у нее там рука, отбивает уверенно. Аренхард по-прежнему 0-0. Сама пострадавшая исполнила 7-метровый. Аренхард, да, капитан команды, совсем недавно была она в России, выступая за команду «Крим». Сражалась она и со сборной, и с командой Ростова, и с ЦСКА. Но Аренхард, да, так бодро начинает игру. Ну и вообще специалисты отмечали, конечно, что Бразилии в сегодняшнем матче поможет, если они начнут очень эмоционально, ну, собственно, как они умеют играть, и быстро играть. Если не смогут этот темп поймать, то, конечно, противостоять сборной Дании будет им тяжеловато, потому что других, наверное, сильных козырей, кроме нескольких индивидуально сильных игроков, у сборной Бразилии не найдется, чтобы ровненько сыграть. Поэтому им надо рассчитывать на какие-то интересные компоненты в игре. Но вот индивидуально снова, собственно, и отличаются бразильянки. К сожалению, не видел сборную Дании на этом турнире. Могу ориентироваться только на какую-то статистику, но она, наверное, не все скажет. А вот сборная Бразилии показалась мне не самой быстрой командой. Ну, наверное, бразильянки никогда не были, наверное, прям бегущей командой. Брали они все-таки своей мощью. Ну да, или часто так бывает, что они начинают турнир достаточно, вот действительно, бодро, как на бразильском. Бодро эмоционально, не значит, что карнавале, в большом темпе. Да, эмоционально, темпе. Не в большом темпе, ну и были, как всегда, знаешь, там есть несколько игроков, которые сильно выделяются, на их игре строится игра сборной Бразилии, да. Одна из них, один из игроков, Дуда Марин, который сейчас играет за ростовскую команду, она, конечно, отличается, до сих пор играет. Очень, конечно, физическими данными феноменальными, потому что удержать очень сложно. Ну и, собственно, да, на ее игре, мне кажется, даже больше с ее игрой вообще символизирует игру Бразилии. Но есть новые лица и как раз-таки сравнивает счет еще одна ростовчанка в прошлом. Забивают Анна старые лица. Паула, да, Родригес. С двух ног хорошо, стяжку, да, там ей делали в мужской такой манере. Доиграла до нее Бруно де Паула, и Родригес забивает мяч. Ну и отметим Бруно де Паулу. Она, я говорил, это яркий игрок, нужно на нее обратить внимание. И вот она хорошую передачу сделала. А Бруно де Паула тут заявлено как правый полусредний, но играет по всей задней линии. Ну а здесь ошибаются датчанки в передаче. Луис Бургард передачу на линейного пыталась сделать, но как-то уж перебросила своего линейного, понадеялась на рост. А здесь уверенно Араужо зарабатывает 7 метров. Ну пока все на эмоциях. Да, вот, я хотела сказать, да, говорим об эмоциях, за счет которых смогут бразильянки противостоять вышкаленной команде Дании. Ну и, собственно, на них они пока и держатся в первом тайме. Но я еще хотела отметить, помимо этого мяча, забитого 7 метров Бруной де Паулой. Нет, это Кардоса забивала. Кардоса, да. Как Сандра Тофт парировала этот мяч от линейной, видел, да, намертво, да, 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 забрала этот мяч двумя руками, что не так часто бывает. Ну, Тофт на втором месте по надежности на этом чемпионате, 47% отраженных бросков, а на первом, чтобы вы думали, тоже голкипер сборной Дании, 56%, и далеко впереди она от всех.
Да, но при этом мы с Юрой заглянули в статистику, хоть это не относится к этому матчу, но, конечно, примечательно сказать, что на четвертом месте среди вратарей, которые выступают на этом чемпионате, все та же Сильвия Наварро из сборной Испании. Я думаю, отдельно не стоит ее представлять. Все знают, мне кажется, сколько чемпионатов прошло. Ну так, на всякий случай. 42 года 40... при росте 1,69 м. 42 года этому голкиперу. Еще одному олицетворению уже испанского клуба. На четвертом месте она оказалась в этом статистическом подсчете, что, если честно, меня удивило. Я не думала, что так высоко она и снова на таком высоком уровне выступает. Ну, увидим ее в деле в следующем матче. Испания против Германии. Это сегодня матч... Второй матч игрового дня. А у нас пока 2-2. Датчанки сравняли счет. И Бразилия расставляется в своей атаке. И тут все по-прежнему. Де Пауло на левом полусреднем. Матьелли в розыгрыше. И Родригес на правом полусреднем. Бросала сейчас Де Пауло. Промахнулась. Слишком сильный перевод был. А здесь перевод очень даже... пришелся в цель. Лине Хаугстед. Ну и смотри, как быстро датская атака. По сути, даже тут и атаки-то не было. Подхватила мяч со своей половины, пробежала и забила. Ну и бразильянки в позиционную атаку снова медленно приходят. Расставляются. Родригес. Дала подержать мяч линейному. Де Пауло, Родригес. Ну и нужно отметить, что Родригес, конечно, уже все-таки это не та Родригес, которая еще переходила в Ростов. Которая могла и бросить, ну, практически с любой дистанции. И могла и в прорезку пойти, и накрутить защитника. И могла дать любую передачу, любой хитрости. Сейчас все это, конечно, есть, но гораздо меньшей мере это использует Пауло Родригес. Забивают бразильянки снова и сравнивают счет. Седьмая минута заканчивается. 3-3. Пока неплохо идут команды. Да, действительно, пока неплохо, но начали мы со статистики. Наш репортаж. Ну и, наверное, хочется сказать о том, что Дания в среднем пропускает не больше 17 мячей за игру. Матч. Да, за игру. Это их показатель по чемпионату, который, еще раз напомним, является лучшим из всех показателей других команд. Ну и, конечно, здесь будет интересно, как и в этот раз они сыграют. Но, помимо прочего, практически все игры, которые играли датчанки, они выиграли с разницей больше, чем 10 мячей. Не самая сложная группа у них была. И доходили они сюда, я считаю, экономя, в общем, силы. Ну, не да. Во всех матчах, но это может сказаться как раз-таки в этой финальной части, в которую заходим мы вместе с нашими телезрителями. Может этот фактор, конечно, сыграть им на руку тоже, помимо хорошей обороны, которую Еспер Йенсен назначили в 2020 году на роль главного тренера команды Дании. Ну и он поэтапно уже второй год улучшает качество игры своей команды в этом компоненте. А вот продолжая тему статистики, помнится лет 10, наверное, назад, общаясь еще с игроком Надеждой Муравьевой, которая говорила, что в принципе 22-23 мяча, если команда пропускает, то это неплохо. Это значит, команда, скорее всего, и выиграет. Потому что пропускает достаточно мало. Ну а Дания пропускает по 17 мячей. Это, конечно, показатель очень-очень хороший. Ну и начинали свои обзорные статьи, касаясь вот этих четвертьфинальных матчей, специалисты ЕГЭ, журналисты, как раз-таки словами, что чемпионаты выигрываются, чемпионаты и медали выигрываются защитой, отдавая, конечно, предпочтение, понятно, даже по статистике сборной Дании в этом компоненте. Ну и как бы ставим вопрос, насколько притязания сборной Дании в этом споре будут зависеть именно от защиты. Ну, тут разгадала, конечно, маневр Де Пауло. По-моему, она изучила манеру, а тут бросать можно было только с переводом. Закрывала защитница, не давала в ближний угол бросить. Так, а тут удаление, если я не ошибаюсь, удаление из-за неправильной замены. Там была небольшая пауза, ну и лишнего спокойно датчанки разыгрывают. Уже двукратное превосходство. Только что, да, вроде ничья была, и датчанки вот так
за буквально 1,5-2 минуты 3 мяча подряд забросили. Снова разводят Айвин Харт мяч по разным сторонам. Бразилия. Стандартная уже схема. Шестого полевого места вратаря. Де Пауло становится в розыгрыш. Поменяются, наверное. Вот с Родригес уже поменялись. Де Пауло ушла налево. Смело идет Де Пауло. Вроде бы на бросок, в прорезку. А нет, отдает мяч она направо. И там, ну и налево, прошу прощения, там Араужа, Лариса Араужа не может переиграть Тофт. Но там мяч все равно остается у бразильянок. Продолжается атака. Араужа, конечно, тоже смело пошла с своей позиции с левого края против Тофта. Да, понимая, что угол не выиграть. Но мне кажется, там скорость, конечно, уже была ею набрана. Она не могла остановиться и создать себе другую позицию. Вот здесь более интересно. И с подкруткой этот мяч на данном этапе Лариса Араужа завершает бросок с подкруткой. Забивает мяч. Да, и переигрывает таким хитрым броском Тофт. Выставляла ногу, немного не хватило Сандре Тофт. Ну, а вот наша знакомая из ЦСКА переиграть Аренхарт она не может. В Лиге чемпионов мучились, теперь еще на чемпионате мира. Это было так красиво. Действительно, там и траекторию, да, высокую Катрин Хейндаль, линейная московского клуба ЦСКА, не успела задать в своем броске. И на взлете практически Аренхарт этот мяч забирает. Ну, не знаю, согласишься, нет, но Хейндаль, наверное, все-таки не самый забивной линейный. Немножко другие задачи она выполняет во всех командах. Все-таки вот поставить корпус, расчистить под бросок задней линии – это вот ее. А если посмотреть на статистику, забивает она все-таки не так много. Да, но был вторая часть ее работы в ЦСКА, вторая половина сезона прошлого. Там она, кстати, очень хорошо добавила в этом компоненте, в реализации своих моментов. Был виден прогресс. Ну, ЦСКА раскрывает потенциал. Да, я абсолютно хотела подметить, да, работу в российском клубе этой гандболистки. Действительно, она в этом компоненте добавила. Я не могу прям точную статистику привести, но визуально, комментируя матчи московского клуба, ну и следя, естественно, за этими играми, визуально это было заметно. Ну, а учитывая, что периодически главные тренеры меняются, значит, Ольга Акопян делает свою работу очень хорошо. Людмила Бодни. Работая с ЦСКА. Кстати, это вот это действительно прибавка, она как раз-таки и в работе Хейндаль с дальними задними игроками была заметна. Ну и понятно, что когда тренер сам в амплуа линейного понимает тонкости этой игры, конечно, может точечно передать игрокам. Ну и, собственно, это была такая плодотворная работа. Пока Дания продолжает свою атаку. На поднятых руках уже. Да, немножко запутались, как-то сбились все в центр. Ну и, конечно, такой бросок для Аренхарт абсолютно не вызывает проблем. Йоргенсен ее там сопровождали в центр. Ну и снова датчанки все в центре. Посмотри, бразильянки как скучно играют и заставляют ошибиться на передаче. Да, Катрин Хейндаль, эта передача не доходит. И бразильянки такой сложно сочиненный перехват чуть не отдали датчанкам, мяч на ровном месте. Нет, датчанки непонятно, что творили. Так действительно узко очень шла эта атака. Сбились в кучу. Никакой широты не растягивали никак оборону. Затяжной бросок правого крайнего. Но и Тофт тоже не стала раскрываться рано. Это Джессика Рибейра. Ну как она по руке действует, а? Паузу выждала, да, ножку так приподняла на всякий случай, но вот потом действует. Ты видел траекторию, Юр, да? Да, у нее сначала да. Колено было опущено вниз, а потом она его еще развернула. Очень классный повтор момента. Классно за этим понаблюдать. Ну, Сандра Тофт всегда входит в топы на международных турнирах. Будем Сандру Топ ее называть, потому да, что она сейчас топ, вообще да. В топе. Как сейчас модно говорить, в огне, да? В огне, не. Ну, мы лучше в топе, потому что действительно на втором месте она идет сразу за своей партнершей по команде. Действительно, линия голкиперов сборной Дании хороша. Ну, понятно, что это все помножено на работу защитниц той же команды. Ну и, собственно, Сандру Топ. Топ, можно да. Так и оставить сегодня. Ну да, и еще же должна быть синхронная работа с защитников и вратаря, правильно же? Кто какой угол закрывает, кто за что отвечает. Ну что, Бразилия
пока не отстает сильно. Родригес. Ух ты. О, вот она. Старая классно. Добрая Родригес. Но очень сложная травма у нее была. После того, как полсезона провела она в ростовской команде, получила очень повреждение. Да, ахиллово сухожилие. Это... Я не возьмусь, конечно, судить, насколько это самая тяжелая травма или нет. Слава богу. Таких у меня не было, но мне кажется, это одна из самых тяжелых травм. Действительно, но долго. Вспомнить Дашу Дмитриеву, которая ахилл лечила. И Вероника Никитина, да, тоже очень много времени пропускали, восстанавливаясь после нее. Но вернулась, восстановилась и но здесь в Ростове, к сожалению, хороший бросок. Да, после того, как она восстановилась после травмы, в Ростове она уже не показывала того гандбола, и поэтому вот сейчас выступает в Румынии. Ну, там вроде ей довольны. Де Паула. Так, тут остается мяч у бразильянок. 8-6. Есть возможность до минимума сократить отставание в счете. И у нас середина тайма. Кстати, так вроде незаметно, да, время идет. Не сказать, что уж сильно высокий темп, но вроде так гандбол смотрится. Матиели на Родригеса, дальше на Де Паулу. Родригес. Тут блок отрабатывает не только по мячу, но и по Родригес. Кристина Йоргенсен там чуть-чуть перестаралась. Де Паула вряд ли бы бросала, слишком долго выцеливала. А здесь отважно Метиели пытается выйти на бросок. Так, руки подняты, да? Вот сколько осталось передач у бразильянок. Пока еще можно на поднятых руках 6 передач. О, что Родригес делает, а? Казалось, мяч-то потеряла. А потом вот такую передачу выдала на Тамирес Арауджа. Ничего себе. На эмоциях я вот прям, знаешь, даже замерла. Юра, и, кстати, возвращаясь к игре Араужа, не так много она в линии там двигается или много борьбы. Ей не дают двигаться. Она ее навязывает там, да, своим соперницам, но при этом, если мяч даже между двух защитников на нее идет, как она его там среди четырех рук выцепляет, пару моментов было у нее. Пока что в этом первом тайме и в обоих блестяще справляется с этой задачей. Посмотри, вот опять-таки не так много движения, но вот полшага, и там опять, мне кажется, была возможность на нее сбрасывать. Своеобразно достаточно, но помимо того, что антропометрические данные у нее хорошие, бразильянки чуть поторопились, я считаю, с этим броском. Ну, пыталась, так, эффект неожиданности. Угу. Видишь, бросала вроде бы, смотри, сбоку, из-под защитника. Ну, это уже предыдущий момент нам показывают. Ну, такие для вратарей сложные броски. Но толст была на чеку. А сделать перевод влево от себя, наверное, было очень сложно. Это не знаю, каким мастером надо быть. Поэтому толст это все читала. Просто по защитнику сыграла очень здорово. Да, вратарь, который умеет читать игру, это уже, наверное, для вратаря полдела практически сделано. Ну вот и Аренхард тоже здесь здорово играет. Правда, сейфи не засчитают. 7 метров. 7 метров еще забить надо. Ну нет, говорит. Ну пожалуйста. Нет, 7 метров. Свободная, да, была рука при броске. Но защитники заходили в зону, а вот мимо ворот. Да. Мощный выстрел, но не точный. Йоргенсен перестаралась с подкруткой, с переводом. И опять шанс для Бразилии сравнять счет. Ну что, пока держится Бразилия. Ну что, вот, например, в последнем матче группы, примерно в это время, Германия уже, ну, можно сказать, капитулировала. Там уже разница была очень и очень большая. Де Паула. Помимо этого, сборная Дании, да, действительно, возвращаешься, да, к матчу с Германией. Мне там феноменально мало дали забить не Германии, а Венгрии. Насколько Венгрия сегодня приехала, да, на этот чемпионат. Достаточно такой мощной команды, во всяком случае, физически готовы. Но датчанки дали им забить за второй тайм всего 8 мячей. И там, конечно, обескуражен был наставник команды. Но здесь пока, как ты сказал, Юр, держится Бразилия. Ну, сейчас шикарно же комбинацию бразильянки провернули.
Тофт отбила, нам показывают ее сейв, его вроде засчитали, но, как мне показалось, по движению арбитров, они вроде показали, что был заступ вот здесь. Угу. Вот, поэтому, наверное, сейв Тофт нельзя засчитывать, но на датчанки сбегали, спокойно и забили. Датчанки стараются атаки быстро проводить, на спинах постараться атаковать, пока бразильянки не расставились в защите, а Бразилия все-таки позиционная атака, потому что скорости, наверное, не хватает бороться вот в такой темповой гонбол с датчанками. Ну, смотри, ну опять выловила, да. Да, выловила здорово. По темпу была немножко разорвана эта передача, вроде сначала махнула полусредняя, а потом только пас выдавала. Ну, а датчанки, мне кажется, во-первых, их ошибки, которые они совершили в первом тайме, но, во-вторых, в атаке не так много подготовленных, именно хороших комбинаций было, не позволяет им это пока в счете оторваться. А вот смотри, сборная Дании у нас играла с кем? В первой группе Корея, Конго, Тунис. Ну, соперники, откровенно говоря, так себе, да? Вот, потом группа была, добавились еще Чехия, Венгрия и Германия, да? Ну, Чехия, понятно, наверное, не конкурент. Венгрия особо тоже, да? Но Венгрия была обыграна, да, со счетом 30-19. Да, то есть сопротивление, хотя мы видели Венгрию, Венгрия была хорошая. Вот, Германия тоже сдалась еще в середине первого тайма, поэтому... Непонятно. Вроде бы серьезные соперники, но Дания их хорошо прошла. А тут выходит на Бразилию, и пока сопротивление такое. Хотя Бразилия, не сказать, что показала тоже какой-то... Да, они прошли ровно турнир. Но вот так на бумаге, если посмотреть, и по статистике, Бразилия все-таки не фаворит этого матча. Ну, вот уже 20 минут на равных сражается. Ну и отмечали, опять-таки, Юр, к твоим словам, отмечали специалисты, то, что может... Такую злую шутку сыграть с Данией, то, что не так много у них было, да, у них пока легкий турнир. Понятно, что в этой стадии игры меняют свой темп и накал. И могут быть датчанки просто не успеть перестроиться, да. Есть такой подводный камень для игры сборной Дании. Но и пока, не дожидаясь того, чтобы начались проблемы, Еспер Йенсен сразу две замены делает. Анна Хансен заменил он в атаке. И не успел я увидеть еще, по-моему, Йоргенсен тоже он заменил. Ну и две минуты получает сборная Бразилии. Да, Жулия Журейра в лице... А, нет, там, казалось, не 23-й номер. Ну, уже ладно. И 7-метровый на этот раз забивает Петерсон. Но задело. А, нет, так. Мяч ногой. Да, и вот по Метиели можно увидеть, что была близка Аренхар к тому, чтобы этот мяч отразить. Бразилия тоже с пустыми воротами, но есть на одного игрока полевого больше. Поэтому есть шанс снова до минимума сократить отставание в счете. Кстати, Бургер, да, в центре защиты, но здесь снова проскочка. Сандра Тофт, так, если честно сказать, очень много огрехов сборной Дании. В очередной раз мы это подчеркиваем. Почищает на ее счету. Количество сейвов мы пока не сможем увидеть, но около 4-х... Было 50% в какой-то момент. Около 4-5 сейвов, да, таких 100%, когда сборная Дании в обороне не доиграла. Посыпалась в обороне, там действительно Тофт помогала. Но опять, я считаю, что вот в том эпизоде, когда она грамотно прочитала, Матиели праворукий, она смещалась же под неудобную руку. Переводить в дальний угол вот в той ситуации было очень сложно, потому что все-таки была большое единоборство с защитником. Осталось только в ближней. И вот посмотри, что да, творишь, и сейчас да? То же самое. Ну. Датчанки там, не сказать, вот эти стяжки проходят, и по центру сброса линейному тоже. Не после какого-то там очень сложного движения засовывает там передачу то Родригес, то еще кто-то. Да, сами передачи, само их исполнение неплохое, но датчанки в защите пока прям борьбу не навязали в Бразилии. Так, вот статистика есть, 56%. А тут датчанки мажут. Ну, все равно пока выигрывают плюс 3. Ну вот. Бросок. Да, точность пока страдает. Ну, хотя на фоне бразильянок у Дани неплохой процент эффективности бросков. 67.
а у бразильянок всего 42. Но мы видим, сильно пока бразильянки не отстают. Ну да, собственно, 42% эффективность бросков, все остальное отражает топ. Ну что, по-моему, мимо бросков не было. Де Паула, ну здесь, конечно, здесь уже должна она забивать. Здорово, на 6 метров вышла. Ну и обводка, да, какая классная. Руку резко, хоп, и все. Ну, Тофт пыталась в ближнем углу сыграть. Ну, что, в принципе, и читалось по эпизоду. Ну, вот Де Паула здорово перевела мяч в дальний угол. 5-1 оборона бразильянок. Даже такая трансформируется в 4-2. И потеря у датчанок. Ну что, нервничать стали? Ну, пока не могут, да, нащупать свою игру. Да. Еспер Йенсен уже несколько замен сделал. В том числе и Катрин Хейндаль уступила место Рики Иверсон в линии. Пока он ищет за счет замен, за счет тайм-аут, по-моему, брал, химию. Да, он уже. Да, ищет химию, потому что пока ее сборная Дании такую монолитную, и уж тем более говорят специалисты о том, что могут рассчитывать на медали, пока ее нету, не видно. И Еспер Йенсен, конечно, его задача ее найти. Но пока вот такое смущение в рядах Дании, Бразилия спокойно совершает те маневры, которые им, собственно, привычно и совершать. Датчанки в защите, собственно, не смогли пока рисунок игры им поломать. Хотя датчанки, в принципе, начали матч довольно неплохо. Да? Мы видели, как команды обменивались голами, но, скорее всего, это была такая разведка. Сейчас уже и бразильянки приспособились к игре датчанок. И смотри, более активную защиту стали применять, высоко выходить. 4-2 даже обороняются, но смотри, притапливаются очень здорово. Ну, здесь где-то можно уже и смутить, да, своих соперниц, потому что вспомним мы вот эти первые, по-моему, 7-8 минута тайма была, когда бразильянки активно таким вот полукругом, выставив свою оборону, загнали датчанок в центр. Те, собственно, не смогли там придумать какого-то входа или уйти шире. Ну и здесь пытаются, да, смутить датчанок теперь уже активной игрой. Ух ты, ну вот этот бросок, конечно, не сказать, что с долей везения, действительно очень хорошо был подготовлен и прицельно забит. А смотри, никто и не закрывал. Ну, странно немножко, как мне кажется, бразильянки выстроились в защите. Стали достаточно далеко от этой стенки датской, которая закрывала вратаря. Ну да, для Мэтта Трандборг она действительно там и выше тех защитниц, которые выставляли эту стенку, не было проблемы мяч забить, но проблема для датчанок сегодня удержать. Де Паулу. Де Паулу, да. Та, собственно, обладая вот этим классным обыгрышем. То в одну, то в другую сторону раскачивает центральных игроков. Ну, здесь надо, конечно, договариваться, как они будут останавливать этого игрока. Пока в кадре все та же Де Паула, да. В центре здесь. Игрок Меца. То есть тренируется у Екатерины Андрюшиной. Хорошо, тренируется. Ну, смотри, сколько пересечений с Россией, да, у нас. Да, в сегодняшнем матче действительно очень много. Смотри, Аренхард пытается там перехитрить, немножко ниже встала. Но не смущает это. Петерсон, она второй мяч подряд 7 метров забивает. Причем, кстати, в тот же угол. А ведь ты со сборной Дании пересекалась, не знаю, 100 тысяч раз. Да? Вот, у них рисунок как-то меняется, нет? Или все ты тот, знаешь, же датский гандбол? С того времени, как мы играли, я вот еще очень хорошо помню, когда уже появлялись вот игроки Анны Хансен, как-то датчанки перестроились, вот, знаешь, не знаю, даже правильно сказать, это русский гандбол или советская школа. Более высокорослых игроков стали собирать, да, в свои ряды. При этом как раз-таки вратарь, вот Сандра Тофт была сейчас на ваших экранах. Сандра Топ, мы ее сегодня так называем. Как раз-таки вратари невысокого роста, а вот роста, а гандболистки подросли в поле, да, их подбор стал отличаться. Собственно, был момент, когда и сборная Кореи хотела пойти по этому пути, но потом от него отказались. Так вот, датчанки стали, да, чуть выше ростом, может быть, менее мобильные. И, наверное, это отличает как раз-таки Данию этого образца от тех команд, с которыми встречались мы. А вот наша хорошо знакомая вратарь Нина Суслина, она, кстати, еще играя за сборную России, отмечала, что вот против датчанок вот не нравится ей игра, вот не нравится эта команда, вот по своей манере какая-то такая вот жесткая и где-то даже подлинная.
Было такое? Нет, ты-то... Она-то не контактировала с ними. А мне кажется, знаешь, тебе никто не скажет, что это такая команда классная, я так люблю с ними играть, да и все со своими, да. Конечно, неприятностями. Как раз очень много мы обсуждали и сборную Кореи, с которой тоже неудобно играть. Ну, клиенты всем неудобно. Да, отмечаем мы и балканские команды, которые очень грубо играют. Но поэтому я тебе, знаешь, даже не скажу, мне кажется, Инна Суслина, тебе не скажешь своего любимого соперника. Их нет, потому что, наверное, просто даже по психологии быть не может. Ну и вот такой, кстати, я, о чем сказала Инна Суслина, не подмечу вещи по поводу подлости. Не вспомню, но на твой вопрос отвечаю, да, вот по подбору датчанки изменились. Ну, 7 метров. Чуть ли не, по-моему, первый 7-метровый. Нет, не первый. О, уже и два их было. Ничего себе. Вот так мы за разговорами, смотря этот матч, пропустили еще и два 7-метровых ворота Дании. И, кстати, бразильянки, если забьют, смогут сравнять счет. Но выходит кто? Выходит Альте Рейнхардт. Лучший голкипер на этом чемпионате. 56% отраженных бросков. Немножко ухудшили ей статистику. И 13-13. Я, если честно, ну пусть даже и во втором тайме Дания, скажем, разорвет Бразилию, но, если честно, я не ожидал. Да уже и не факт. Не ожидал, что Бразилия так здорово будет смотреться на фоне Дании. Ну и посмотри, защиты Дании тоже не стесняются варьировать все происходящее здесь. Здесь уже максимально высоко. 3-3. Да. Такую расстановку теперь используют они. Из 5-1 и... перешли в эти активные действия. И проблемы. Мне кажется, уже просто почувствовали, знаешь, этот запах крови. Лучше не давать соперникам этого. Потому что сейчас бразильянки понимают, что даже такими, ну не то чтобы простыми, но вот сменой ритма и вот этими агрессивными действиями, активными, кстати, то, чего, пожалуй, не хватило сборной России для того, чтобы ровно сыграть со сборной Франции. Вот этой смелости в бразильянке ее почувствовали. Ну и, собственно... Ну, гоняют по площадке, если можно так сказать, сборную Дании. И вот по первому тайму, ну, сейчас тайм-аут уходит сборная Бразилии, но по первому тайму я могу сказать, что вот сейчас сборная Бразилии – это тренерская команда. Он ее перестроил, и это пока дает успех. Тренерская и команда Родригеса. Видишь, как активно, да, разговаривают в перерыве. Но Янсен внешне спокоен. Пытается немножко, может, где-то даже игроки запаниковали уже, потому что в последние минуты мало что получается. И нужно успокоить. Кстати, Родригес, как мне кажется, поправилась немножечко. Все-таки в Ростове она была так поспортивнее. Видно, в Румынии их кормят получше. Родригес. Так, это кто у нас там появился? Де Роша в розыгрыш вместо Матьели. Де Паула. Де Роша в край. Неправильный заслон. Вот так, линейных не было видно, а тут неправильный заслон. Ну, тут бразильянки не успевают вернуться. Прям огромная дыра в обороне. И под занавес тайма вместе с сиреной датчанки выходят вперед. 14-13, я думаю, нас ждет огненный второй тайм. Начинается, и нас ожидают компоненту защиты, ну и, собственно, и вратарской линии. И о том, что будет сложно бразильянкам с их достаточно медленным гандболом найти ключики к тому, чтобы вскрыть оборону Дании. Но, собственно, если честно, легко и непринужденно им это удавалось. Наверное, больше стоит сказать о том, что сборная Дании за все 30 минут пока своей игры не показала, не нащупала. И химия, о которой мы говорили, тоже на площадке пока не видна. Бразилия в атаке. Хорошую комбинацию здесь проводят. Де Паула скидывает в линию. Ну и там Араужа. Ну, она наконец-то переигрывает уверенно Тоф. Ну, правда, и датчанки провели свою атаку.
Ну, так как они и проводили свои удачные атаки, в принципе, на спинах бразильянок, которые, как мы уже говорили, помедленнее, чем датчанки. Ну и здесь просто не успели вернуться, расставиться. Наверное, все претензии к бразильянке только вот к работе своих ног могут предъявить. Ну, а забила Катрин Хайнлер. Ну, а я вернусь к предыдущему моменту, где Томми Сараудже забила мяч. У нее было в первом тайме три момента, где сбросили ей передачу. Лишь в одном она ошиблась, не забив мяч. Но в остальном из трех три выловила, добавила сюда еще один мяч. Из четырех попыток четыре спокойно реализует. Такой добротный, линейный. Хотя, я еще раз говорю, не нагнетает там в обороне, не бегает лишнего, да, не заслонов не делает, не напрягает. Но как только касается момента того, что сбросить ей передачу, разбирается 100% спокойно. И пока датчанкам, конечно, легче за эти пару минут не стало. Видно, что импульс, который получили в первом тайме бразильянки, собственно, они в раздевалке его не оставили, не забыли. Во второй тайм перенесли и играют также задорно, можно сказать и так. Но, во всяком случае, также беспроблемно организовывают свои атаки. Тут запнулась в своих ногах Хансен. Может быть, в динамике могло показаться, что тут из игрока можно было свистнуть или Матьели что-то там сделал. Ну нет, видно, на повторе было, как заплелись ноги у датчанки. Ну вот она снова с мячом. И вот то, что она не сделала 20 секунд назад, она сделала сейчас. Пошла в прорезку и между первым и вторым, точнее, между крайним и вторым защитником спокойно проатаковала. Ну и вот снова Тофт в игре. И здесь Де Пауло везде успевает. И по сути, первый такой, ну, можно сказать, где-то даже и отрыв, да, контратака здорово получилась у сборной Бразилии, сравнивает она счет. Де Пауло, конечно, ногами отработала, вот самый быстрый игрок сборной Бразилии, убежала в оборону, перехватила мяч и вывела Анну Паулу Родригес 1-1 с Тофт. Юр, ну вот теперь тебе вопрос тоже задам. Сформировалось ли такое ощущение? Мне кажется, над бразильянками меньше давлеет степень важности матча, который мы с вами вместе наблюдаем. Мне кажется, они более раскованно выглядят. Но датчанки, такое ощущение, что более закрепощены. Не знаю, показалось ли мне, или ты поддержишь. Ну да, наверное, можно согласиться с этим. Да, действительно, все-таки датчанкам, наверное, важнее пройти дальше и с них, наверное, спрос больше. На бразильянке, по-моему, не особо. То есть играют всегда фестивально. Пошла игра, ну и отлично. Нет, ну а что расстраиваться, жизнь продолжается. Да, мы тем более напомним, что бразильянки чемпионки мира 2013 года. И с той поры... А в том году сборная России не играла. Единственный раз, когда они отобрались. Да-да-да. И с той поры, с 2013 года, в топы вот эти 8 команд, которые борются уже в 1/4 финала, не попадали никакие команды, кроме европейских. Европейки там, конечно, доминируют в этом компоненте. Но здесь 100% в 2 минуты, здесь, конечно, можно даже не спорить. Широкий заслон, да, показывают, что ставили Хаукстед. Вот этот повтор на ваших экранах. Но я хотела сказать, что с 2013 года в топ-8 входят только европейские команды на чемпионатах мира. И вот с 2013 года бразильянки впервые снова того времени попали в этот топ. И мне кажется, знаешь, для них это уже такое, как ты говоришь, фестивальное состояние. Да, и может это опять-таки на руку им сказаться. На 2 минуты удалена датчанка. И Бразилия играет снова стяжку. И снова же Тофт парирует этот бросок. Также было в первом тайме. Было очень много моментов именно с флангов, с краев у бразильянок, которые они не смогли реализовать против Тофт. Да, ну как же она выбирает позицию? Ну вот стоит там, где нужно, и попробуй ее обыграть. И вроде и ближний прикрыт, но и успевает и дальний среагировать, конечно. С каждым разом, наверное, самооценка у крайних игроков падает ниже и ниже. Ну снова применяют активную защиту бразильянки. 7 метров. Ну, да, ну что, защита площади ворот. Не, ну просто Анна Хансен, да, она обыгрывает, и есть у нее в арсенале и бросок, но оба момента, которые сейчас она исполнила, там вот на грани, знаешь, все-таки, если мы берем игру... На грани в игрока? Да, той же Бруно де Пауло, насколько, да, она вот технично обыгрывает игроков, и там, конечно, не подкопаешься, очень красивый момент, но здесь вот действительно на грани, но дважды арбитра... Ну, там все-таки, мне кажется, было мяч. Движение там было больше, да, защитников в зону ворот, я здесь согласна, но вот сам обыгрыш
Не настолько техничный, как у Де Паулы. Не настолько техничный, такой он достаточно долгий, вязкий. Иначе, конечно, смотрится, но результативно для сборной Дании. И датчанки забивают 7-метровый штрафной бросок. 18-16 и 36-я минута игры. Да, и при том, что датчанки сейчас в меньшинстве, и там подчищает все ТОВ. Но вот с этой, да, вот с этой попытки прошла эта комбинация. Араужа забивает 17-й мяч. Ну, там еще бразильянки, кстати, в нападении немножко перестроились. Де Паула, о котором мы сейчас говорили, переходит она на правый фланг. Ну, а здесь перевод, конечно, над рукой у ТОВТ. Вверх. Высоко, да, кистью подняла этот мяч. Бразильянки, помимо этого, и в защите перестраиваются вот на эту свою активную и энергозатратную атаку датчанок. Использовали они это и в первом тайме. Ну, смотри, разыгралась Анна Хэнсон. Кто не смотрел первый тайм, Анна Хэнсон должен, вынужден был Еспер Йенсен заменить ее, потому что буксовала, собственно, с ней. Атака сборной Дании. Ну, а здесь три момента в начале первого, второго тайма, и все на ее счету. Ну, это вот как раз недостатки активной обороны, да, зоны образуются за спинами игроков, которые уходят впереди. И тут, если атакующий игрок с обыгрышем, то перед ним сразу подкрывается гектар поля, и тут чем и воспользовались датчанки. Ну что, Паула Родригес, она это умеет делать, при том, что не самый высокий прыжок, но как мощно она выстреливает в девятку. У нее рука, да, так высоко поднимается, и там тянутся защитники. И в последней фазе очень хорошо она кистью, конечно. Ну, во-первых, пристрелены углы у этого опытного игрока, у Родригес. И, помимо прочего, там кистью она, конечно, очень хорошо завершает эти броски. Ну и снова высоко. Датчанки здесь вход даже как будто второго делали, но здесь пока... Действительно, активная защита не самое лучшее, что предложила сборная Бразилии. Датчанки смогли за счет скорости ее спокойно пройти в этих двух атаках. Еще а и повтор, две минуты. Смотри, передача. Анна Паула Родригес, да, получает, а на бедро встречала вот здесь вышедшего игрока. Очень, причем, конечно, старалась просто... и убрать даже, но не успела просто. Ну, передача там, конечно, была просто на скорости, за спиной. Точно. Забивает Симона Петерсон свой очередной мяч. Аренхарт осталась в воротах, и кончиками пальцев-то она задела мяч, но отбить его не смогла. Вернемся к первому тайму, и там датчанки несколько 7-метровых попыток не реализовали. Кстати, с самого первого, конечно, со свистком был заработан ими 7-метровый штрафной бросок, но там Барбара Аренхарт сразу мяч парировала, но еще были броски датчанок мимо ворот с этой точки. Но здесь с концентрацией после перерыва между таймами датчанки наладили все. И не дает никакого нарушения, не фиксирует арбитры. Возвращаются бразильянки в защиту. Ну да, тут уже грамотно датчанки воздействовали на Митьели, навязали ей борьбу, но на руку не воздействовали. Да, в последний момент отступили, оставили ее без контакта, и не было там грубого нарушения. Два в линию перестраиваются датчанки, и Катрин Хейндаль, и Рики Иверсон, обе они. Говорит, выше колена попал мяч. Нельзя отбирать, точнее, нужно отобрать мяч у датчанок. Но нет, арбитры из Сербии оставляют мяч датчанкам, и те делают счет уже 21-18. Кто? Да я просто, там было двое датчан, да, которые болельщики, которые высоко стояли, а за ними там в синей майке сидел тоже болельщик Дании. Как он вздохнул, мне кажется, отлегло и у него от сердца, ну и, наверное, у своей команды. Сейчас действительно более динамично датчанки играют. Но вот этот вздох был такой... Да. Пошли голы. Отпустило, да, потому что действительно сейчас Дания похожа сама на себя. Не было этого в первом тайме. И вот в эти первые 9 минут тайма второго, ну и 9-6 минут тайма второго. И Паула. Ну вот и передача не проходит. Матьели подключала крайнего. Мяч уходит за боковую, но остается у датчанок. Тут снова Де Паула. Де Паула, по-моему, в атаке безальтернативный вариант. Не меняется она. Ну, такое ощущение, что только сейчас и защита стала работать у сборной Дании, так как мы, собственно, ожидали, так как мы анонсировали. Появился разговор в защите. Вот уже и Томми Саруджа выдавили там из зоны. Да, здесь забит мяч. Но я имею в виду, здесь хотя бы более концентрированно, более четко работают датчанки. Все-таки в перерыве тренер поработал, рассказал.
учел все нюансы и подсказал команде, как действовать против бразильянок. Ну, а здесь Тофт уже не выручает. Ты видел этот взгляд? Да. Кардоса там, во-первых, да, по голове Тофт забила, но та не закрывала глаза на бросок. Хотя часто, да, мы видим на фотографиях, когда бывают блокирующие игроки, глаза от броска закрывают. Ну, естественно, вратари, а Тофт просто сопровождала весь бросок таким жестким взглядом. Но в лицо. Айренхарт в лицо прилетает этот мяч. Причем, по-моему, воздействия на датчанку не было никакого. Да, свободной рукой она бросала. Ну, смотри, она обрабатывала мяч и не успевала завершить эту обработку. Бросок был не прицельным. Айренхарт все покинет площадку. Нет, площадку не покидает, но к скамеечке она подойдет. Там ей еще тоже окажут помощь. Может быть, дадут на шатыря. Не придет она в себя, потому что потеря будет серьезная, если Айренхарт не сможет. На шатыря, ты думаешь, он есть у всех? Нет, говорят. Ты знаешь, в последнее время, особенно когда, кто там опять, те же норвежки, которые возмущаются. Следили за нами, да, что ж там такое, нюхают сборной России в перерыве и восстанавливаются так быстро. А у нас такой простой способ. Да, и вот после этого очень много, кстати, стало появляться команд, которые действительно нюхают на шатырь. Ну, может быть, это не на шатырь, но какое-то производное. Ой-ой-ой, как сейчас роняют Де Паулу, но, слава богу, там немножко ее так придержали. Да, Катрин Хейндель, понимая, что с такой высоты, конечно, может игрок получить такой травму, хрупкий. Придерживал так по-отечески Де Паулу. По-матерински. По-матерински. Придерживал ее, не дала ей действительно там жестко приземлиться. Ну и пока посложнее стало бразильянкам, их атаки стали более затяжными. Родригес и ее мяч выше ворот. Да, на поднятых руках уже завершал эту атаку сборная Бразилии. Нужно было что-то придумывать очень быстро. Придумали бросок Родригес. Айренхарт. А бежать-то некому. И датчанки уже втроем вернулись. Ну, есть еще возможность. Нет, уже возможности нет. Ну вот и не проходит. Да, мы говорили, насколько проста была атакующая схема бразильянок. Они использовали вот эти передачи. Сейчас Родригес, собственно, тоже ее сделать пыталась, но это, конечно, было максимально просто. Странно, почему датчанки не справлялись с этим в первом тайме, во втором справились и с этой передачей тоже. Сейчас показательный момент и показывает нам Анна Хансен, она в центре. Высоко играют, да, бразильянки. Анна Хансен там не на большой скорости пошла, а потому еще одного геройского такого прохода в центре у нее не получилось. Но стяжку она спокойно играет до Бургард. И там таким не то переводом, не то просто... Я просто увидела свободный угол. Да, так доверного его туда прям уложила. Айренхарт, высоко выходя, не смогла мяч отбить. Звездой не раскрылась. Айренхарт оставила ноги вместе. И между ногой и ближней штангой мяч влетел. Ну что, по-прежнему преимущество сборной Дании. Три мяча держится. И я думаю, что команда, которая грамотно в обороне играет, засушить игру может. И вот это преимущество может довести до победы. Средний тайм у нас. Не проходит вновь передача в линию. Но подбор остается за бразильянками. Здесь у Матьели выбивают мяч из рук, но с нарушением правил. Так, вход с краю. Ух, как с двух ног красиво выпрыгнула Де Паула, но попала в блок. Слишком долго отталкивалась. Ну да, это действительно было очень долго, а по темпу читаемо бомболистками Дании. А, Хайндель показывает, сама рисовала, да, Родригес. Ну, там, по-моему, на руки-то приняли здорово. Но она хорошо, знаешь, не на прямые руки, не толчком, она так плечом ее приняла. Ну вот и пошли промахи, хотя комбинации пусть со скрипом, но проходят у бразильянок. Но вот теперь брак в самих бросках. А здесь Родригес перехватывает мяч. Сможет добежать сама? Такое ощущение, да, что нет, тяжело, не сможет. Тяжело. Ага, догоняет ее Бургард. И две минуты. Две минуты получает. Я, говорит, ну как? Ну а кто еще? Я думаю, вот, здесь даже больше вопрос, за что. Сейчас мы посмотрим, она смотреть. По скорости успела перед Родригес встать на прямую руку. Мы же двигались вместе и завалились. И вот за, вот как любят показывать это борцовское движение арбитры, вот две минуты.
Я обожаю эти эмоции. Конечно, сама была в этой ситуации, когда... Я же не то делала, да? А потом смотришь... Потом смотришь, кажется, это было жестко. Но на площадке, конечно, они всегда остаются, всегда хочется. Ну, эмоции эти выплеснули, конечно, после борьбы, получая такой холодный душ в виде двух минут. Уходить не хочется. И, конечно, подборку такую нужно сделать, как реагируют на это игроки. Какой классный показ делает Родригес. Но скорости опять не хватает ей, чтобы вот это появившееся пространство заскочить. Недовольна она решением. Ну, хотя по скорости там динамика момента была упущена. Арбитры не дали там 7 метров. Ну, согласись, тяжеловато, Родригес. Тяжеловато, да. И вот в этом отрыве, который в предыдущем моменте там удалили. Очень тяжело, конечно, тяжеловато. Да, Бургард не успела там она уйти, хотя у нее было преимущество там метров 2-3 перед защитницей. Де Паула с мячом. Вязнут, да, да, вязнут. Бразильянки, датчанки включили свою самую сильную опцию, вот эту вязкую защиту. Вчетвером тут оставались. Бразильянки вот на эту последнюю передачу понимали, что уже ничего не могут сделать. Понимали, что мяч отберут. И теперь пятером обороняться еще 45 секунд. Ой, прошу прощения. Датчанкам еще атаковать с пустыми воротами 45 секунд. Активная снова оборона у бразильянок. Ну и вот нащупала, да, Хансен? Вот эту слабую точку у Бразилии, который раз она примерно одно и то же делает во втором тайме. Вот туда, в область второго защитника, она пытается просочиться. Ну, здесь как легко тоже уходят от борьбы датчанки. Транборг так спокойно влево ушла, в свободную зону. Но я, знаешь, тоже не так много матчей смогла посмотреть датчанок. Эпизодическими моментами, да, то, что было более интересно. Но пока вот такая картинка складывается, да, что хороши датчанки действительно в защите. И могут они там играть хорошо. Действительно, габаритные защитницы, габаритные игроки и четко читающие игру. Но вот в нападении... Знаешь, такое ощущение, что нет вот этой вот резкости, мягкости. Я не знаю, насколько смогут они, если пройдут в следующую стадию, конкурировать именно в качестве игры атаки с командами другими. И смогут ли за счет одной защиты играть. Пока забили-то они тоже не так много, 22 мяча. Ну а там соперник какой их ожидает? Либо Испания, либо Германия. Да, сегодня... Испанки тоже не самые быстрые. Немки, хотя, наверное, по скорости... имеют преимущество над испанками, ну, именно по скорости, но вот испанки все-таки поровнее. Команда на этом чемпионате выглядит поровнее. Ну, а тут датчанки, ну, вот тебе и скорость. Ну, все самое интересное, да, действительно впереди. Я просто имею в виду, что если мы говорим о том, что защита действительно выигрывает крупные турниры, ну, вот есть такие недостающие немножко звенья у сборной Дании. Я просто, если говорить прямо о золоте, насколько... Готовы они за него сражаться. Ну да, на фоне той же Норвегии, да, даже Швеции, Франции. Да, то есть если у Франции, мы говорили в начале репортажа, что они по компоненту защиты проигрывают Дании, но насколько там хватает исполнителей, которые могут закрутить там такую мысль, ну, в, да, нападении, да. Ну и насколько там хороша фопа. Все это будет интересно, но у нас даже в этом матче все самое интересное еще не закончилось. Бразильянки забивают еще один мяч. Все труднее они им достаются. Ну и все же 23-20. Датчанки не так много ведут, как прогнозировалось. И перекладина принимает этот бросок. Замену в воротах произвел Кристиану Силва. Рената Даруда в воротах появилась. Да, у Эренхарт первый тайм, наверное, в актив она может его себе занести. Вот второй. Так. С каждой минутой все хуже и хуже у нее показатели. Де Паула по центру. Еле Де Паула. Родригес. Дальше в край. И Араужа смело. Ну и пространство там было. Такая красотка, ее показывают в каждом моменте практически на лавочке. На площадку не выходит, но поддерживает активно. Ну, кстати, очень важен в команде игрок, который создает микроклимат. Душа. Душа команды, как не вспомнить. Хорватию с их бронзовым чемпионатом и со звездой Ютуба.
Ничевич. Ну, она хотя бы и на площадке много проводит времени. Да, ну, я имею в виду, что как пример, который все-таки, да, вот эту атмосферу держит, но Луиза Бургард как раз-таки одна из тех, кто в нападении создает проблемы оппонентам, отличается. Всего лишь вторым мячом, между прочим. Всего лишь, да, вторым мячом. Я просто хотел сказать о том, что задняя линия, да, вот тяжеловато, и не так много комбинаций как раз-таки под гандболисток сборной Дании. Мы видим, Анна Хансен индивидуально действовала в первом-втором тайме. Ну и вот большая часть работы, наверное, наставника действительно на защиту нацелена. И пока бразильянки свой настрой, да, фестивальный, Юр, да, ты сказал в первом тайме, не растеряли. Смотри, как легко забивают эти мячи и легко подкрадываются на минимальную разницу от сборной Дании в один мяч. Честно, ой, два мяча, да. Кардоса так выходила, мне показалось, что Тов должна этот бросок потащить, но уверенно. Самое главное, что очень хлесткий такой бросок получился, и Тов не успела руки над головой поднять просто. Так, здесь блок. Араужа, та, которая линейная. И полноценного блока-то не получилось, да? Просто поднимала в это время руку, и мяч туда угодил. Ну, продолжается атака сборной Дании на поднятых руках. Ну, терпеть сборной Бразилии. Еще и 2 минуты. Ты удивлена? Нет, я просто не могу выключить игрока. Мне кажется, не так сложно остановить его. Как раз-таки Анна Хансен, там достаточно поперек, да, движения ей встать. Она не так сложно обыгрывает, нет каких-то, знаешь, там неожиданных движений или там броска, как с той же Анной Кочетовой. Знаешь, когда играешь, вроде ждешь обыгрыша, а здесь вылетает бросок. Здесь все достаточно прямолинейно, но и не справляются бразильянки. Хочется за них болеть в этом матче. Для интриги. Поэтому переживаю, да, и для интриги, но и для того, что действительно они показали класс. Все прогнозы были к тому, что этот матч не станет интересным, а он стал, да еще и каким. Да, действительно, пока интрига сохраняется, пусть и преимущество датчанок до 3 мячей выросло, но играть еще 9 минут, поэтому тут все может быть. Да, прошу прощения, эта пара выходит не на Германию и Испанию, а на Швецию и Францию. Исправим ошибку. Ну, там тоже команды, которые... Ну, Швеция бегущая, Франция и бегущая, и обороняющаяся. Так что тут победителю этой пары будет непросто в полуфинале. Но сейчас, в принципе, команд, да, слабых-то не осталось. Да, я соглашусь, и у каждой свой действительно рисунок игры, но и тем интереснее, какой гандбол в сегодняшнем в современности действительно самый сильный. Мы совсем скоро это узнаем. Я думаю, все замерли в этом ожидании. Ну и сегодняшние матчи потихоньку нам открывают карты, как будут выглядеть команды на этих самых решающих и важных рубежах. Де Пауло в центре. На Родригес. А ты, кстати, кого в финале хотела бы видеть? Россию. Так, а вторая? Вторая Россия. Не вторая Россия, Россия, да. Нет, было, мне было бы интересно, ну, я так, скажем так, слегка болел за Голландию. Ну, понятно, Россия вне конкуренции. Голландия вылетает. Сейчас мне бы интересно было бы Швецию там. Ну, просто вот все равно интересная команда. И вот чего-то ей вот где-то не хватает, вот последний шажочек сделать. Мне очень понравился матч Норвегия-Швеция. Да, шикарный. Он действительно был вот на равных. Но шведки, знаешь, вот, как сказать, у норвежек все-таки есть, знаешь, такое хладнокровие. Вот как да, ты да, сказал да, перед игрой, помнишь, мы общались о том, что неважно, как матч складывается, они как вот... Да, с Голландией они... Как машины, знаешь, да, идут, машины, идут, да, идут. Вот как будто эмоций чуть-чуть не хватает. А шведки настолько сердцем сыграли, очень, конечно, симпатизирует эта команда. Поэтому здесь, да, соглашусь с тобой. Ну и Германия на этом чемпионате тоже интересно выступила. Очень много хороших матчей у них. Не в матче с Данией. Я не про финал, да. Я про то, вот, как они, собственно, по турниру действительно интересно смотрелись. Ну да, учитывая, что в сборной Германии тоже там потери кадровые, да, наверное, не самые
оптимальный состав, который можно было собрать. Но, тем не менее, да, немки более-менее здесь себя проявили. Ну и датчанки тоже на старте турнира в первой игре тоже получили кадровые потери. Центральный как раз-таки игрок, может быть, которого как раз-таки вот для этой, знаешь, красивой игры атаки, о которой мы сегодня говорим в этом матче, ее не хватает. Ну что, преимущество в 5 мячей теперь у сборной Дании. И, скорее всего, победитель Яси. Ну, с большой долей вероятности. Все может сейчас еще произойти, потому что, ну так, чисто математически, времени бразильянкам может хватить. Осталось 7 минут, 5 мячей, ну, теоретически отыграть можно. Но, наверное, то, как складываются последние минуты, объективно говоря, наверное, датчанки все-таки на 2 шага впереди к полуфиналу, чем бразильянки. Ну, и вот здесь еще и Тофт подчищает. Тофт, наверное, во втором тайме не так здорово смотрелось, как в первом. Но, тем не менее, преимущество у датчанок растет именно во втором тайме. Общий счет мы видим 27-22, а счет второго тайма 13-9 в пользу сборной Дании. Самара Виера тоже осталась так в тени игры атаки. Если возвращаться к Бруни де Паула, да, сколько пробовала она попыток неожиданных бросков совершить в игре. Все они были закрыты вратарями, но вот... Вера возмущается. Вера так эмоционально возмущается. Ну, мне кажется, если бы не было у нее вот этого движения, там в игрока бы свистнули, потому что так датчанка ее продавила плечом очень уверенно. Да тут здесь полшага, да, не хватает ей, чтобы на руку выйти Анны Хансен и остановить, собственно, и перестать нервничать Вере. Я понимаю ее эмоции. Вот здесь снова на нее она идет, останавливает Вера ее. И чуть не справилась, да, она здесь с перехватом, но смогла не позволить Катрин Хендель занять место. Та на линию, да, сейчас мы увидим заступ. Совершила, но здесь эти действия на Самаре Вейре. Ничего себе. Остаются, смотри, как мощно. Мне показалось, она сейчас будет передачу делать. Ну, этого может и не хватить, потому что 4 мяча, сейчас еще и Дания будет в атаке. Но быстро бразильянки эту атаку завершили, очень быстро. Все-таки быстрых атак бразильянкам не хватает. Ну и сейчас в обороне не хватает, наверное, работы ногами. Да? Все-таки ногами их датчанки переигрывают. Ну и снова упускают. Да, Юр, как раз момент, который ты описал, там, где ногами не успевают центральными защитниками, вот он прям во всей красе сейчас был. Датчанки показали, да, это слабое место. Да, Хулунд забила очередной мяч. Ну и Родригес тут. Игроки извиняются друг перед другом, и Родригес улыбается. Команда проигрывает, а бразильянки все равно улыбаются. Вот что их может выбить из настроения, а? Как ты думаешь? Тут полуфинал улетает. А у них все равно фестиваль, они на чемпионате мира играют. На домашнем чемпионате они заняли 5-е место. Россиянки, по-моему, были 6-ми. Ты как раз играла. Да я не помню. Не было такого. Я помню, конечно. Не помню, значит, не было. Не хочется вспоминать, конечно. Ты привыкла выигрывать, я понимаю. Результат Сандра Тофта, помимо того, что там штанга была, еще и рукой задевала этот мяч. 28-23. Ну, 4 минуты до конца этого матча. Ну, уже можно говорить матча, потому что вряд ли бразильянки здесь до дополнительного времени доведут этот матч. Уже и 29-23. Тут уже датчанки все понимают, уже радуются. Они уже себя видят в финале и ждут соперника из пары Швеция-Франция. Интересно было. Ой, смотри, Кристина Йоргенсен забила предыдущий момент, но вот здесь одна из наших любимец сегодняшней, да, матчи, Томми Сараужа. Смотри, как здорово, да, от защитницы там отошла. А с приземлением.
Ну, я по обработке ее мячом, я говорю, она вот не столь активна, знаешь, не сказать, что много работает, но вот так вот добротненько собирает эти мячи, насобирала, кстати, немало. Адриана Кардоса и Раужа, одни из тех, кто... Большое количество мячей сборной Бразилии забили. Продолжается атака сборной Дании. И в край. И до Хандель снова. А та уже ждет давным-давно. Три мяча. Ну, это, наверное, даже... Такой хороший показатель для Катрин Хайндель. Да, Катрин Хайндель отличилась в предыдущем моменте. Но вот, наверное, те, кто просто заглянут в статистику этого матча после уже игры, наверное, скажут, ну, понятно, так, собственно, и должно было быть 29-24. А это не тот результат, да? 30-24 уже обновился, да. Счет. Ну и казалось бы, что, собственно, таким и предрекался результат этой встречи, но обманчив счет, потому что Бразилия всю игру практически, за исключением последних 10-12 минут, ну да, 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 в игре, только здесь они провалились. В остальном равную борьбу навязали датчанкам и украсили, собственно, своей игрой. Этот четвертьфинальный матч, переброс, снова штанга, и там все надежно. По-моему, ни одного промаха не допустила Кардоса в сегодняшней встрече. 8 из 8, да, успела. Адриана забивает, да, открылась, да, статистика, забивает она и здесь с подбора. Ну и как хорошо, да. То, что, по-моему, приземление было все-таки. Ну вот здесь повтор, ну да. Ну нет. Ну, там нет, просто... нет, если судьи засчитали гол, значит нет. Очень хороший момент, что в воздухе она поймала мяч, успела обработать и еще отправить в ворота. Ну, конечно, жалко такой мяч забирать. Ну вот, вот сейчас бразильянки сыграли в защите против Хансен, так как, собственно, можно было играть и раньше. Не делает она там резких уходов. Самое главное, напротив ее движения встать, ну и, собственно, справиться с ней в защите. Ух ты, ну вот здесь уже, да, жестко так Родригес приземляется, но спокойно поднимается. Обратно остается сыграть меньше минуты, и 5 мячей преимущества сборной Дании позволяет им шагнуть в полуфинал. И тут уже, я думаю, дадут проатаковать бразильянкам, потому что разница мячей не важна. Тут уже Дания выиграла, 40 секунд остается, еще и 2 минуты. Кто пораньше отойдет, уйдет отдыхать, идет отдыхать Анна Хансен. Для нее матч сегодня закончен. Но, знаешь, Георгий, так немножко вот спрогнозировал, что если бы закончился основное время в ничью и были назначены тем дополнительное время из 5 минут двух таймов, мне кажется, просто бразильянки не смогли бы этот темп выдержать. Да, видно, да, что да, они подсели уже во втором тайме. Если бы хватило бы их даже на основное время, я думаю, там спокойно бы. Датчанки все-таки разобрались, как спокойно разбирается Сандра Тофт с этим 7-метровым штрафным броском. Но взгляд у нее такой, знаешь, ну, по-хорошему, такая малышка вроде, но взгляд такой леденящий, конечно, душу. Но это первый промах Адрианы Кардоса со своего правого фланга. Она промахов не допустила, а 7-метровой отметки ошибается. Ну что, будут атаковать датчанки? Мне кажется, просто нет, пойдут на атаку. Бывает, что просто мяч так покидают друг другу и даже без броска. Ну, 4 секунды, ну и все. Все, все, звучит сирена. Вот у нас и первый полуфиналист. Дания выходит в полуфинал, где будет ждать своего соперника из пары Швеция-Франция. А у нас еще один сегодня полуфинал. Это Германия-Испания тоже.